Состояние девочки, которая отравилась в частном лагере под Киевом, по-прежнему тяжелое. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее жизнь до сих пор под угрозой. Об этом сообщил заведующий отделением интенсивной терапии клиники Ахмаддет Александр Урин. Глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что состояние ребенка стабильное. Это возмутило общественность и экспертов. По мнению специалистов, учреждение Славутич – это оздоровительный лагерь санаторного типа, а значит, его должен был проверять Минздрав. Но из-за недоработок в законодательстве, утверждают эксперты, эпидрасследования не проводились. Министерство охраны здоровья досі не затвердило порядок проведения эпидемиологического расследования, которое мало что в 2000 году провести. То про что мы можем говорить? Что касается показателей безопасности харчевых продуктов, досі Министерство охраны здоровья не затвердило. 4 года, еще раз нагадую, тривають популистические реформы. Один ребенок на данный момент сейчас находится в Национальной детской специализированной больнице Ахмаддет в тяжелом состоянии. В свою очередь, наш высококвалифицированный рентген-лаборант, исполняющий обязанности министра здравоохранения, заявил о том, что с ребенком все нормально. Там ей нужна была капельница, некоторые лекарства, то есть как бы и все хорошо. Здесь необходима уже реакция Генеральной прокуратуры Украины.